який стріляв, який бив, який катував наших героїв, повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Повинен сидіти. Свободовец Олег Махницкий успел покрасоваться на страницах газет и на экранах телевизоров в должности исполняющего обязанности генерального прокурора Украины меньше 4 месяцев. Сразу после назначения он обещал посадить организаторов расстрела людей на Майдане и не уставал раздавать обещания покарать виновных во всевозможных преступлениях режима Януковича вплоть до своей отставки. Ни одного обещания он не выполнил. Зато всего за 4 месяца успел разжиться капиталами и готовиться евроинтегрироваться в Великобритании. Ночь на 19 июня в отельно-ресторанном комплексе «Лесной» прошла неспокойно. Двое немолодых, солидных мужчин, приехавшие сюда уже навеселе, закатили шумную вечеринку, а после вызвали девочек. Но и с девочками вышло нехорошо. Как рассказывали журналистам постояльцы соседних номеров, ближе к утру их разбудили крики и звуки драки. Как оказалось, мужчины силы выпроваживали дамочек, которые громко требовали оплатить им такси до дома. Бегом, блядь, побежал, ёпты! Каково же было удивление, когда в потрепанных мужчинах они опознали совсем недавних триумфаторов – Олега Махницкого и Степана Кубева, бывших генпрокурора и председателя Нацбанка, которых как раз накануне Верховная Рада уволила с их должностей. Видимо, мужички решили достойно отметить свое увольнение с высоких должностей. А как хорошо все начиналось. Сразу же после того, как стало известно о побеге Януковича из Киева, нардепы дружно проголосовали за назначение Махницкого уполномоченным по работе генпрокуратуры на должность, не предусмотренную никакими законами, указами и уставами. Через пару дней законодатели все-таки взяли себя в руки и официально утвердили Махницкого исполняющим обязанности генпрокурора. Тот уже за 2 дня развил фантастическую активность, пообещав расследовать гибель людей во время зимних событий, вернуть якобы украденные бывшим президентом Виктором Януковичем бюджетные миллиарды, закрыть множество открытых его предшественником Виктором Пшонкой дел и открыть десятки новых против Пшонки, Януковича и многих других. Если бы не регламент Рады, новый генпрокурор наверняка пообещал бы расследовать и убийство американского президента Джона Кеннеди. Я можу в загальному повідомити, що по справі фігурує і буде оголошено приблизно біля 50 особам. Олег Махницкий не скупился на угрозы. Раздавая то тут, то там интервью с рассказами о страшных преступлениях режима Януковича и рассказывая о все новых делах то против одного бывшего министра, то против другого. Дела были открыты в отношении не только Януковича, но и чуть ли не всех сколько-нибудь известных чиновников, работавших при бывшем президенте. Бывший премьер-министр Николай Азаров обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Да пошли вы! Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко в том же самом. Бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в незаконном преследовании бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко. И еще десятки людей, которые обвинялись в чем угодно. Махницкий не стеснялся вешать публике лапшу на уши, выдавая откровенную чушь. По неофициальным данным, то есть по информации, которая на сегодня является оперативной и проверяется следственными органами, наличными в России было вывезено средств на сумму 32 миллиарда долларов. Генпрокурор мог бы сказать, что Янукович украл и 32 триллиона. Это было бы ничуть не менее абсурдно. Видимо, ему просто никто не сказал, сколько это – 32 миллиарда наличными. Если учесть, что одна 100-долларовая купюра весит всего 1 грамм, то миллион долларов – уже 10 килограмм. Чтобы поднять 100 миллионов, уже нужен электропогрузчик. Для перевозки миллиарда – грузовик. А чтобы перевести 32 миллиарда, не обойтись без колонны грузовиков. Столько денег не влезет даже в самый большой транспортный самолет в мире, украинский Ан-225. Но где же результаты? Виновные в расстреле людей на Майдане до сих пор не найдены, хотя генпрокурор Свободовец уже на 3-й день работы рапортовал о 50 подозреваемых. До сих пор не расследованы похищения лидера автомайдана Дмитрия Булатова и избиение общественной активистки Татьяны Черновол.
Развалено дело о вышках Бойко, буровых вышках, которые подконтрольно олигарху Дмитрию Фирташу компания продала по завышенной цене государственному Черноморнафтогазу, наварив около 300 миллионов долларов. Генпрокуратура признала абсолютно невиновным бывшего главу Черноморнафтогаза Валерия Ясюка, который подписывал договор о поставках. Ни в чем не виноват ни сам Фирташ, ни его бизнес-партнер Сергей Левочкин, возглавлявший администрацию Януковича, ни бывший вице-премьер Юрий Бойко, курировавший сделку. За 3 месяца Махницкий не показал никаких результатов, которые ожидало от него общество. Зато показал результаты, которые ожидала партия. Фактически прекращено расследование дела о нападении нардепов-свободовцев Игоря Мирошниченко, Богдана Бенюка и Андрея Ильенко на тогдашнего главу национальной телекомпании Украины Александра Пантелеймонова. Заяву пиши! Хотя все доказательства сами свободовцы выложили в открытый доступ. Ты украинец? Гівнюк ты, а не украинец, сука, блин! Махницкий попал на должность генпрокурора совершенно случайно, как и большая часть назначенцев нынешней власти. Вспомните обстоятельства, в которых это произошло. Янукович исчез. Все кричат «Победа!», принимают любые законы вне зависимости от степени идиотизма, и никто не знает, что нужно делать. Все, что понятно, срочно надо расставить на ключевые посты своих людей. Вот и поставили тех, кто под руку подвернулся. По принципу «мы твоего человека назначаем сюда, а моего туда». Тоже произошло и с Махницким, у которого не было никакого нужного опыта, зато он был адвокатом тягнебока. Львовянин Махницкий проработал в органах прокуратуры несколько лет во второй половине 90-х, затем занимался собственной адвокатской практикой, но известность получил как адвокат лидера свободы Олега Тягнебока. Тот в 2004 году в одном из выступлений объявил, что Украине не дают жить москалі і жидва. С москалями боролися з німцями, бо скоролися з жидвою і з іншою нечистю. И через несколько лет Махницкий сумел таки выбить для своего патрона оправдательный приговор. За это он и стал генпрокурором. И теперь он должен быть благодарен свежеизбранному президенту Петру Порошенко за увольнение. Теперь за все розданные обещания придется отвечать не ему, а его преемникам. В работе генпрокуратуры всегда была политическая составляющая. Но при Махницком, похоже, эта составляющая вытеснила все остальное. Как у капитана Жиглова. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? А вор это или нет, доказательства не нужны. Можно и кошелек в карман подкинуть. Например, Махницкий не раз заявлял, что прокуратура расследует дела в отношении Курченко, но таких дел просто нет. Открыты лишь дела в отношении компаний, связанных с ним. Такие ошибки непростительно делать профессиональному юристу. Он их, скорее всего, и не делал, просто занимался пиаром, что не имеет никакого отношения к работе генпрокурора. Обижаться Махницкому не на что. Всего за 4 месяца он успел неплохо разбогатеть. Как рассказывают информационные источники, он уже подбирает роскошный дом в престижных районах Лондона. Местные риэлторы посоветовали купить ему не слишком дорогие по местным меркам апартаменты всего за 5,6 миллиона фунтов стерлингов. Еще 1,5 миллиона ушло на покупку квартиры для дочери Марины, которая намерена учиться в одном из британских университетов. Ведь еще совсем недавно, если верить его декларациям о доходах, он был гол как сокол. До своего избрания в Верховную Раду он зарабатывал всего 13 604 гривны, то есть 12 минимальных зарплат. Впрочем, еще в 2011 году он умудрялся жить и содержать семью всего на 1950 гривен, которые он заработал за год. Будучи народным депутатом, он стал уже чуть состоятельнее. Но и депутатской зарплаты хватит разве что на покупку темного чулана в фешенебельном лондонском доме. А ведь не прошло и месяца после назначения, как Махницкий в свободное время уже выбирал апартаменты в одном из роскошных жилых комплексов в Киеве, приехав туда в служебное время, о чем сообщил журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко. Их стоимость, конечно, на порядок меньше, чем в Лондоне, но и это жилье никак не назовешь доступным для депутата, живущего на одну зарплату. Однако в Украине ни депутаты, ни генеральные прокуроры на одну зарплату не живут.
Достаточно вспомнить хоромы предшественника Махницкого Виктора Пшонки, больше похожие на жилище цыганского барона. Махницкий, похоже, решил продолжить дело предшественника и взять на вооружение его методы. Источники в правоохранительных органах рассказывали, что при нем продолжалась торговля должностями. Например, кресло прокурора области стоило около 3 миллионов долларов. Не зря, чуть ли не первое, что сделал Махницкий, придя в генпрокуратуру, начал менять людей, освобождая места для продажи. Да и договоренности с Фирташем, Левочкиным и прочими персонажами, которые не хотят лишиться своих капиталов и своей свободы, должны были наполнить карманы бывшего адвоката Тягнебока. Становится понятно, почему Махницкому так и не удалось привлечь к ответственности хоть кого-нибудь. Зато теперь ему будет где и на что жить, не вспоминая больше о стране, где он прожил всю жизнь.